Здравствуйте, дорогие мои! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами Александр Амарок. А сегодня мы с вами поиграем в игру The Hunter Call of the Wild. Игра достаточно интересная. Сегодня я хочу с вами показать, как мы будем охотиться с вами на гуся. На гуся я буду охотиться с хорошим оружием 12 калибра. И то это двухзарядно, это шестизарядное, 8 патронов. Будем использовать с вами и засидки, и манок, и чучелки у меня здесь уже на соседнем поле стоят. Я взял палаточку, чтобы было удобно перемещаться. Поэтому предлагаю с вами пройти, я вам все покажу. Игра достаточно интересная, именно с такой вот, именно вот, приближенной к реальности симулятор охоты. Хотя иногда, как организована, допустим, та же охота уток, мне и... О, ну, сегодня, друг мой, с тобой не на косулю охотимся, а на эту канадскую казарку. У русских это гусь, различный гусь. Тут он северный, я так понимаю, канадская казарка. Это северный гусь. Так что будем с вами охотиться. Пробовать, манить. Дай бог, что-то да получится. Так, значит, это что? День в зените. По времени у нас сколько с вами? Время 3 часа. Я думаю, хорошая охота нам сегодня с вами прям от души светит. Так, что там показалось? Нет, показалось. Так, ну вон уже подсвечиваются наши гуси. Гусики. Подсвечиваются наши засидки. Для охоты нам нужен манок. Штука одна. Гуси разные. Есть, которые едят, сторожат. Я вот их рандомно тут расставил. В принципе, особо разницы-то, я думаю, нет. Ну, просто вот так вот. Душа у меня так захотела, я так их расставил. Давайте попробуем как засидки. О, вон, кстати, первые гуси летят. Надо зашкериться, попробуем их подозвать. Может быть, слышите? Давайте, будем пробовать. А может, они к нам и налетят. В принципе, тут особой нужды постоянно вот так вот манить, манить, манить и заколябливать вас и себя. Особой нужды нет, поэтому будем делать это. О, слушайте, они, по-моему, повернули в нашу сторону. Сейчас будем пробовать подзывать. Глядишь, к нам и сядут. Вот что не нравится мне в засидках, так это... То, что обзор ограничен сверху. Допустим, если где-то в кустике зашкериться, мне кажется, обзор будет в разы лучше. Ну, я обязан вам показать, как это все устроено. Что есть и такой метод охоты. Поэтому будем с вами разные способы разбирать. Смотреть, показывать. Где это? Где-то надо мной они. Вот была бы тут крыша прозрачная, цены бы не было. Ну, я... По крыльям слышу, что они садятся. Поэтому приготовились. Приготовились. Пристрелку ставлю на 50 метров. Такая, в принципе, средняя дистанция. Ага. Ага. Так, чё? Пристрелочку побольше поставить? Ай, далековато. Не, далеко, далеко. Сейчас пойдем посмотрим, кого мы с вами сумели добыть. Так, где у меня бинокль? Вот поэтому я попал. Но, скорее всего, он не упадет. Плохо попал. Нет, слушайте, вот уже 20-25. Как вот далеко он сможет, интересно, улететь? Чтоб нам с вами его забрать. Этот тоже летит. Не, далеко улетает. Слушайте, ну сейчас должен упасть, по идее. Но он капец далеко, зараза. Все, сейчас с видимости. Вот, все, пошел. Пошел. Вон там на поле. Так, все, понял, сейчас сходим. Добычу надо забирать. Как-никак мы за нее денежку с вами получаем. А что-то садиться до конца они все-таки не пожелали. На серебро, кстати, взяли.
Но серебро с вами взяли. Так, где? Так. Давай-ка перезаряжайся. Чё-то я больше не вижу. Я же вроде в большее количество попал. Я так думаю, что, скорее всего, где-то чуть дальше они упали, как, в принципе, было и до этого. Блин, неудобно, неудобно слегка, но, в принципе, приближать нас к реальной жизни. Блин, и вот здесь летят, зараза, и туда сбегать надо. Давайте быстренько сядем. Точнее, ляжем. Конечно, нас видно. Будем пробовать не вставать. Попробуем наманить. Ну, не сядут, не сядут. Мы с вами пойдем ту заберем. Гусь где-то вот в той стороне примерно. Где-то юго-запад, запад ближе. Сходим, посмотрим его. Потому что гуси налетают. А отстреливаться нам надо. Хочешь, не хочешь, надо. Ну, что вы скажете, все оправдание? Садиться будете, нет? Вот тоже гусь один. Один штук летит. Ай, дождь начинается. Не люблю такую пасмурную погоду, мне хочется, но на этой карте у нас осень. А осень штука непредсказуемая. Сегодня тепло, завтра холодно, снег, не дай бог, еще пойдет. Тоже, кстати, слушайте, будет садиться. В данной охоте прям вообще будет классно, если мы будем с вами охотиться вдвоем. Вдвоем, втроем. Так, один-два человека наманивают. Втроем делают хорошие, правильные выстрелы. Вон еще, кстати, кучка летит. Делают правильные выстрелы. Соответственно, если делать правильные выстрелы, можно неплохо так-то насобирать, нафармить денежки. И прокачаться неплохо можно. Так что, слушайте, все зависит только от вас. Так, что, садятся. Так, сейчас они более-менее сядут и погнали. Ага. Бля, не успеваю. Зараза. Надо было тот выхватывать. Ай, далеко, блин, далеко. Ну, ладно, сейчас мы маленько приноровимся. В принципе, мы... О, слушайте, на золото. Вот, смотрите, если чуть-чуть очков до бриллианта можно было добрать, можно было вообще неплохую дичь взять. Ну, ладно. Как говорится, что имеем, то имеем. Вот, кстати, я новый уровень получил. Ну, вполне можно и денежку фармить, и уровни зарабатывать. То есть здесь можно в этой игре на гусях неплохо поднимать. Ага, ну-ка, еще налетают. Давайте пробовать еще. Опять же, надо нам зашкериться так, чтобы они нас не видели. Но вот если лежишь, не особо двигаешься, то они, в принципе, наманиваются. Только вот головой я шевелю, то есть нас фактически не видно. Конечно, вот по... Если сбоку посмотреть, с правой стороны внизу, там показывается глазик, полоска. Вот полоска должна вообще пропасть. Тогда нас совсем не видно будет. И вот это, наверное, самый лучший исход. Мы сейчас вам покажу. То есть запомните, что полоска сейчас у нас есть. И мы когда в кусты с вами засядем, правильные кусты, где нас не видно будет, то она вообще пропадет. То есть нас, грубо говоря, не видно вообще для дичи. Так, надо еще за тем гусем сходить. Сейчас мы все равно за ним сбегаем. Сколько их тут? Так, тут их 4, 6, 7 штук. 7 штук. В принципе, плюс-минус мы должны большую часть забрать с этой стаи. Ну, будем пробовать. Многие, я видел, по 2, по 3 оружия с собой дробных берут, считаю. Можно 10 выстрелов спокойно взять. Там на 3 выстрела. У меня 6 и 2 это 8. Да еще на 3 выстрела взять. То есть можно вполне неплохо забирать. Так, вот уже 4 садятся. Раз. 2. 3. 4. Ах ты ж, зараза, опять на перезарядку ушел. Чуть у меня не все 6, что ли, были? Странно, я думал, что у меня все 6.
Ага. Хоть и этого подберем. Ладно, чем? Сейчас будем пробовать. Я думаю, это не последний раз, когда нас эти уже все, эти уже не налетят. Они же не такие дураки, правильно? То есть, вот смотрите, если я в куст захожу, то есть меня вот сейчас бегу, капец, как видно. А от в кустике, видите, она начинает потихоньку. А если еще сяду, то еще больше пропадет. А хотя нет, подожди, что-то на этом кусте не работает. Так, что, примем трофей? Уксяйся на этом. Ну-ка, сяйся здесь. Кстати, а вот в этих кустах видно. Ну-ка, а вот в этом кусте. Тоже, что ли, видно? Охренеть. Странно. Я почему-то думал, что система работает. Походу, не слегка все-таки переделали. Раньше прям в кустик зашел, и все, ты, грубо говоря, слился с природой. Сейчас, походу, не так. Так, сейчас мы соберем, сбегаем туда. Ай, какой прекрасный вид, а. Гуси стоят, красота. Где там наш гусь, которого мы до этого сбили, подбили, добыли? Где его теперь искать? Он же, зараза, далеко где-то лежит. Давайте просто посмотрим по телефону. Так, а карта нам ничего не даст? Так, давай-ка туда сгоняем. Ага, это последний раз, когда я его упалил. Слушайте, хорошо, что успел это сделать. Так, пошли в ту сторону сгоняем. Я думаю, что где-то здесь он и лежит. В каске у нас небольшая передышка в охоте. В принципе, можно и поля менять, соответственно. Только вот на таких полях, по факту, их можно и добывать. Фактически, можно нам с вами поле поменять. Но, соответственно, придется и... Даже если засидку не переносить, все равно придется нам переносить чучела. Ну а тут, в принципе, вот, кстати, вот он, да. А у нас тут, в принципе, с вами чучела стоят. В принципе, стоят достаточно удачно, я их расставил. То есть можно охотиться, охотиться, денежку фармить. Так, серебро. Ну, кстати, какой красивый он. Прям хоть он чучело из него делай. Но я чучело делаю обычно из бриллиантов. То есть таких, либо какая-то эпическая шерсть у них. Окраска, соответственно, классная. Я обычно из таких делаю. Поэтому из обычного серебра делать не очень охота. А вот если бриллиант попадется, я думаю, чучело мы с вами сделаем. Так, что нам в ту сторону, по-моему, бежать, да? А, куда? Стоять. Вот в ту сторону бежать надо. Что-то я чуть-чуть... Да, вон, мимо того амбарчика. Хорошо, что мы с вами дичь забрали. Так как подраненную дичь желательно не оставлять. Как и в природе, кстати. Поэтому заберем сейчас ее. Да что ты орешь? Вот что ты орешь там? Так что идем с вами на свое поле. И будем манить еще. Угу. Сейчас он где-нибудь хоть на горизонте не появится. Вот где-нибудь на горизонте появится. Так. Что это серебро. Это достаточно крупные пошли. Так, а это что? Вот, слушай, это бронза, это маленький. Тоже серебро. Ну, ладно. По факту, вот в этих кустиках, вот я до этого именно в них сидел. Достаточно неплохо сидится, кстати. Во, видите, кстати, вот видите, полоска совсем пропала. То есть мы вот сидим, грубо говоря, вот мы вышли, большой. Бегу, вообще меня сильно видно и слышно. А если вот в этом кустике засесть, достаточно удобный, то смотрите, неплохо. То есть нас, грубо говоря, и не видно. И обзор у нас с вами достаточно неплохой. А вот чем засидки мне не нравятся, только взять засидку как на утку, крытую. Ой, крытую, то есть, которая с боков только закрывает нас. О, вон, кстати, налетает.
И с нее отстреливаться. То есть вполне, почему бы и нет. Почему бы и нет. Можно попробовать. Но вообще вот это именно, я так понимаю, утиный, наверное. Не столько, ой, утиные, гусиные. Не столько, кстати, гусиные, я думаю, можно, в принципе, и обычных на них наманивать. Давайте, сразу прям, сразу налетайте на меня, я буду вас добывать. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, офигеть. Молодцы, конечно, три, да, три, или семь, семь штук. Неплохо, неплохо. Так, пристрелку ставлю меньше. Пристрелку ставлю меньше. Я думаю, можно вполне натренироваться на данной охоте. И, то есть, вот с двух ружей забирать всех семи. Вполне, я думаю, можно это сделать. Но, опять же, это надо, я думаю, просто привыкать к стрельбе в данной игре. Лучше. Вон еще два летят. Да они разошлись, разошлись. Ага. Вот этих двух точно надо добирать. Давай, 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 давай. Пристрелочку больше поставлю. Готов, родной. Куда ты собрался? Так, чё? Отставить. Ложимся. Пробуем. Вот та летит. Может быть, так, кстати, вот именно та. Эти-то понятно, что уже мимо пролетели, слиняли. Может, те у нас и налетят. Так было бы неплохо. Так, перезаряжаемся. Перезаряжаемся. А патронов-то мало остается. Я думаю, мы сейчас с вами прям все патрончики используем. И тогда на этом охоту и закончим сегодняшнюю. И закончим на 7. Сколько их тут уже? Раз, два, два, шесть. Дофига, слушайте. Это что, 9 штук. 9 штук, считай. А, вот еще 10, кстати, сзади идет. Что, давайте круголёк и присаживайтесь. Даже если четверых забрать. Уже, считай, на патроны заработали с вами. Правильно? Правильно. То есть, как видите, вполне они и так наманиваются у нас. Ой, дураки неумные. Куда? Куда? А-а-а. А и надо сюда другой эту поставить, прицел другой. Как и здесь. Трупиков много увидели. Добытую дичь. Ну ладно. Чё ж теперь надо сюда прицельчик другой нам поставить. Чтоб он зелененький, что ли, хотя бы был. Чтоб получше светился. Серебро, кстати. Серебро. Так, так. Что-то я не помню, а здесь кто-то падал, нет? А, вот еще, вон еще, и вот там еще двое должно быть. Там вот здесь где-то на краю, вот там где-то. Как-то так, слушайте, серебро. На золото мало попадается. Надо смотреть, какой из них на золото, и в первую очередь, наверное, его добывать. А потом уже всех остальных. Где там? Вон, вон она лежит, подсвечивается.
Так. Давайте попробуем с вами на пригорке заляжем. Что они плюс-минус садят сюда, с пригорка высота побольше. Я думаю, будет самое то. Прямо вот здесь. Что, нас сильно видно? Ну, видно, конечно, но не прямо уж критично, я думаю. Уж как показывает практика, мы с вами и так. Зато видно. Видно, что куда. Тут, кстати, есть еще, по-моему, такие лежачие засидки. Тоже интересные. Можно будет как-нибудь и в них попробовать. Разные виды засидок. Вот такая достаточно интересная. Но вот есть еще потолок, зараза, недрявый. Так, слушайте, а вон две штуки вижу. Сейчас, если их наманим, думаю, мы их и заберем двух. Так высоковато они как-то летят. Как будто хотят мимо пролететь. Ага, походу мимо пойдут, мимо. Жалко, мы бы эту двоечку забрали с вами. Сейчас дождь, походу, пойдет. Дождь пойдет. Эх, мокнуть придется. Пойти, что ли, засидку сесть. Чё жоп морозить? Говорится, раз засидка есть, будем в засидке сидеть. Так, а мы вроде всех, да, сами собрали? Я вот не помню, мы в дальнего стреляли, но, по-моему, мы где-то там собирали. Или он не упал, или упал. Блин, вот хоть убей, не помню. Надо будет потом на видео посчитать. Потому что тут такая эпичность событий. Вот тут налетали, там налетали. Дождь пошел, зараза. Что-то как-то прямо я... Не посмотрел, что-то я гусей не слышу нигде. То ли налеты кончились. Ну пока. Пока тишина. Будем смотреть с вами. Смотреть активно. Ага. Тут пока тишина. Я думаю, плохая погода не даст нам с вами поохотиться. Давайте-ка мы сходим с вами на базу. Точнее, сходим, а сразу туда переместимся. Слава богу, у нас есть рядом палаточка. Палаточка прям нам вообще идеально. Да ну нафиг. Слышу, слышу, налетают. Я уж хотел маленько время перемотать. Налетают, слушайте, налетают, налетают. Не зря я тут манил. Конечно, погода такая, если хоть он фонарь включай. Он все равно далеко нам не дает. Ага, все, в поворот пошли. Круто.
Так, по-моему, садятся. Кругали наделали свои и садятся. Ай, блин, опять с этой перезарядкой. Етить ее некому. Жалко, ее скинуть нельзя, зараза. А было бы как удобно, а если бы он перезарядку скинул. Ага. Все, да, я больше ни по кому не успел. Жалко, неудобно зарядку не скидывать. Взять, раз оружие поменял, тынц, отработал. По красоте все сделал. Надо вот прям придрочиться, считать что ли выстрелы. Как эти бойцы этих спецназов для кого там про себя делают, чтоб считать выстрелы противника. Серебро, кстати. А вон еще кто-то налетает. Идемте-ка. Так. Ну-ка. Может, засядут? Конечно, тут у нас добыча лежит. Могут, в принципе, сесть и тут же взлететь. У нас хотя бы будет шанс там одного, двух, трех забрать. Все равно какой-никакой, но шанс будет им иметься у нас. Так что можно попробовать. Ну что, вы развернетесь, нет? А ведь начинали с вами охотиться, блин, солнышко светило. Я говорю, осень, самая настоящая осень. Сейчас чуть-чуть раз, и опять солнце по-любому выглянет. То есть прям как вот в жизни в осени. Тоже погода такая, меняющаяся постоянно. А он хоть снег не идет, а только дождь. Но с другой стороны, что нас с вами, охотников, может остановить, когда мы с вами охотимся на вкусного, жирненького гусика? Вот что? Добыча? А вот добывать надо. То если не мы. О, смотрите, о, солнце сейчас выглянет. Погода сразу прояснилась. Красота прям. Опа. Опа. Так. Ага, иди-ка сюда. Слушайте, ну вот сейчас, по-моему, достаточно я неплохо отстрелялся. Прям, как говорится, от души. Я думаю, штук 5-6 мы точно с вами забрали. Ну, плюс-минус. Я точно что-то не считал. Но достаточно неплохо. Слушайте, на серебро. Приятненький такой. Ну, тем временем у нас всего 25 патронов остается. Так. По-моему, где-то здесь тоже был. Или мне кажется, там точно были. По-моему, где-то здесь падал. Считай, этот здесь. Нет, здесь не падал никто. Значит, мне кажется. Потому что, когда так много стреляешь, и порой... А, и здесь до этого стрелял, до этого их забирал. Наверное, до этого здесь в них попадал, и здесь же их забирал. Так, что мы там, ружье перезарядили? Ружье готово, все проверили? Все проверили. Ой, какой красивший. Коричневая краска, смотрите, какой. Ай, какой гусь, а. Серо-коричневый. Вот, кстати, кстати, чуть-чуть, 0,5 до бриллианта не хватило. 8 килограмм, я думаю, килограмм 9 краски на бриллиант идет. Серебро. Серебро. Этот вообще стоял. Вот, кстати, на золото.
Чё, ты забаговался, что ли? Ты чё, родненький, забаговался, что? Ага, прикиньте. Баганулся. По ним след могу изучить, а вот забрать его не могу, зараза. Ага. Вот, кстати, на золото 7,70. Тоже приятный такой. Так, пока налета не слышу. Серебро. Бывает жизнь огорчения. Баганулся один. А, нет, кстати, смог забрать. Походил чуть-чуть вокруг да около, да забрал. Так, что, нигде вас не слышно, не видно? А тем временем у нас всего 25 патронов, плюс 6 до 8, ага, 32. Правильно? Да. И все. А еще туман у нас с вами лежит. Так, и по-моему, всех мы собрали. Здесь, по-моему, два было мы собрали до этого. Сейчас я считаю здесь и потом здесь. Слушайте, а вот здесь одного мы забрали, а дальше никто в ту сторону, интересно, не пролетал. Давайте-ка глянем, чтобы не стоять как-нибудь в следующий раз. Где-то я их слышу. Ага. Ну, давай, ложись. О, летят, летят, родненькие. Давайте, налетайте. Нам патроны кончать надо. На следующую охоту я побольше патронов с вами возьму. Штук под 200. Попробуем еще разные засидочки установим. На другом поле. Уже не на этом, а возьмем другое. Там, не знаю, да, хоть какие-нибудь соседние поля. Те поля или в ту сторону, или вот в ту сторону. Вот там поле есть. В принципе, разницы, я думаю, особой нет на этой охоте. Ну, охота такая, конечно, не побегаешь. Вот, утиная охота, там и они постоянно не догонишь, они постоянно там и чуть ли не, под, не напузишь, только не подлезать надо, чтобы их добыть. Но я тоже как-нибудь наберусь терпения, сделаю по ней. Тоже сделаю по ней. Пару дней полазю, денька 2-3, и сделаю по уткам. Вот, но гусей такая вот засидочная, скажем так. Нетрудовая охота. Посидеть, посмотреть, пострелять. Ну, стрелковое качество свое отработать. Гладкоствольного оружия. Тоже полезно, тоже. Так, что вы там, садиться будете кто-нибудь, нет? Ага. Так как так, блёд, промахнуться можно было. Зараза. Вдогонку тебе. Где там? Да вот хоть по тому заразе. Ага. Не. Уже все. Уже в хорош, мне говорят. Что-то там упадешь, не? Не, плохо попал. Медленно будет уходить. Пока перезарядимся, соберем. Тоже нужная штука. Тоже нужная. Так, все, патроны скоро закончатся. Соответственно, видео наше подойдет к концу. Такая вот интересная охота у нас сейчас с вами происходит. Если, кстати, есть приложение, точнее, предложение по поводу каких-то определенных охот, то есть пишите в комментариях. Мне будет достаточно приятно. Посмотрю, почитаю. Сходим, попробуем поохотиться и на других зверей, с другим оружием. Я вам покажу свои любимые винтовки. Вы расскажите о своих. Так что будем делиться мнением. Может быть, как-нибудь даже с вами. И вместе поохотимся по этой игре. Как-нибудь соберемся на сервере. Тут сервер, в принципе, до 8 человек. Так что вполне можно и на кабанчика сходить. Причем есть карты, где дикие свиньи, не только кабаны, а дикие свиньи достаточно интересно интегрированы. Прям целой толпой носятся. То есть и с лука можно поохотиться.
Да, разные варианты есть. Валяться целая куча, пожалуйста. Можно все опробовать. Как говорится, а почему бы и нет, да? Так, сейчас наманим очередную стайку. Надо было когда бегать собирать, уже манить вообще. Что-то я протупился. Ну, пока что я не слышу. Давайте пока не слышу, сбегаем, посмотрим. Здесь у нас с вами никто не падал случайно. Дабы никого не пропустить, всех собрать. Сколько мы там с вами? О, мы с вами уже 13 тысяч очков набрали, охренеть. Счет у нас с вами достаточно неплохой уже вырисовывается. Так, где бинокль мой? Так, что, никого тут не видно? Нигде добыча наша не валяется. Томаш, я кого не дособрал, все-таки пропустил. Да вроде так с первого взгляда и не видно. Но согласитесь, какая красота, а? Ну честное слово. Вот красотища же, ё-моё. Давайте даже фоточку с вами сделаем. О, красота. Такие вот интересные можно заставки делать на свой канал здесь. Эк, ну-ка жопу усади. Какая-то передышку нам дала игра, потому что что-то никого не видно. Ни на горизонте, ни на летающими. Но я думаю, сейчас они появятся. В принципе, куда недалеко должны деться. Ну, пока тихо. Так, и с этой тоже стороны тихо. Так-то у нас уже вечер, кстати. По времени уже 6-й час. 6-й час уже идет. Вот хорошо, что ж кадр сделать. Солнышко пробивается сквозь деревья. Простая. По-любому тут кто-нибудь, кстати, фотоохотой занимается. То есть ловят именно определенные ракурсы каких-то животных. Не только добывает, но и красивые снимки делает. Я думаю, в стиме, в коллекциях можно поискать. Вполне. Не, ну гусики, Гева, давайте еще нам пару партий, пожалуйста, штучки 2-3. И прям нормалек будет. Так сказать, закончим патроны, которые мы купили с вами. Как раз таки день подходит к концу. Мы сегодня в послеобеденное время вышли с вами поохотиться. Ну, уже достаточно, кстати, неплохо настреляли.
А, давайте красивую посмотрим. Косуля, по-моему, если не ошибусь. Да? Косуля. Он как красавица идет. Красивое животное. Согласны со мной? Согласны. Если согласны, ставь лайк. Прямо обязательно. Красивое животное. Так, но сегодня мы не на нее охотимся. Поэтому, косуль, иди дальше. Иди дальше, расти в следующий раз как-нибудь. Мы возьмем с тобой, друг мой, 243-й калибр. И уже тогда поохотимся на косуль. Что-то мне подсказывает. Ну, сейчас тут еще пару минут попробуем. И, походу, на сегодня охота у нас закончилась с вами. Потому что что-то никого не видно прям совсем. Солнце потихоньку садится. Все та же косуля. Что-то совсем-совсем пусто. Ну так уже не интересно. Да хоть напоследок хоть. Хоть штук 7 нам задай, а. Мы отстреляемся и, как говорится, хорош на сегодня. Свое взяли и пойдем домой. Но нет, походу не светит. Все, косуля та самая. Ну да. Даже краешком уха их не слышу, зараза. Нет, походу, на сегодня нам больше с вами не светит. Ну, ладно, что, охота все равно получилась достаточно насыщенная. Мы с вами неплохо постреляли. Посмотрели, что такое гусь, как на него можно охотиться. В следующий раз, я думаю, если будем делать по гусю охоту, то мы сделаем с различными засидками, не вот такими, а различного типа и характеристик я поставлю, и мы с вами на них поохотимся на различных полях. И здесь, и чуть дальше поставим. В общем, везде будем пробовать, смотреть, чтобы было интересно для нас с вами. Ну а с вами был Александр Амарок. Спасибо, что вы со мной. Всем пока-пока.